Приветствую вас, дамы и господа, на канал ВБЛ, меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем новое прохождение игрушки Swag the Aftermath 6 обновления Враждебный мир, друзья. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, скажу так. Как и предполагалось, предыдущее сохранение мы не можем загрузить, потому что наши люди, которые остались на карте мира, застряли в каких-то неопределенных местах, потому что они перерисовали карту, и считаю, все очень печально, да. Так что будем начинать опять все заново. Город. В связи с тем, что у нас новое обновление вышло, друзья, я скажу так, очень жестокое обновление, я не знаю, они должны что-то с этим делать и как-то поменять, молись, эту всю систему. Я буду идти по минимальной сложности, потому что, ну, это новое и довольно-таки, скажем так, довольно-таки множество ресурсов при начале, и я считаю так, начнем сразу так, спасательный бункер, группа выживших, будем брать максимальное количество людей, выживальщик, строитель, развивая колонию, будем архитектор выживальщик, срок справедливый, на 40% сейчас пойдем, потому что, ну, вы сами поймете, да, друзья, сейчас зайдем в игру, я вам поясню, почему это такое, вот, я, если бы не было этого обновления, я пошел бы еще дальше, еще пошел бы тяжелее это все делать, но... Это будет довольно-таки суровое испытание в этом плане, потому что это самое большое обновление. То бишь не в этом плане, то что оно самое большое, что добавило каких-то новых сооружений, а в плане геймплея она очень все меняет, очень в разы усложняет весь процесс выживания. И весь процесс планировки, как ты должен, что мы должны делать, да, потому что, ну, во-первых... у нас появились некоторые новые сооружения, и, конечно, это будет... Так, у нас бункер, да, здесь сейчас... сейчас, короче, друзья, посмотрим, что у нас добавили. Ничего не добавили в этих вкладках, добавили только в исследование новое, да. Есть такая вещь, как крепость, да, потому что к нам будут прибегать бандиты и на нас нападать, рейди, типа, по большому счету. Второе, самое страшное, конечно, здесь, это вот такие вот... Сейчас, блин, надо подальше от карты отойти, от, ну, базы. Сейчас, где они есть, паскудники? Вот, ладно, эти еще больше, это еще не обидные, безобидные существа, да, но... Где ж ты, тварь, блин, паскудная? Я сейчас зашел, посмотрел, типа, чтобы... Вот, эти козлы, они сейчас нападают на твоих работников, они просто их валят. У нас, да, сейчас добавили возможность, что мы можем специалистов, да, направлять и что-то им делать, приказывать делать. Вот, есть пауки, есть крысы, и они все гады на тебя нападают, они твоих колонистов просто сжирают. Мало ли того, что к нам будут бандюганы прилетать, да, да тут еще эта вся фигня будет тебе мешать жить, это просто ужасно. Так что, друзья, будем строить, будем... А, у нас тут еще даже вода есть, ёшки-матрешки. Ну, ладно, пусть она здесь пока что стоит, значит будем... Потому что я никогда не играл на таком маленьком уровне. Посмотрим, что из этого получится. Я здесь ничего не могу построить, да, свою дорогу, как обычно. Ладно, тогда построим пока что вот так. А, не, все можно построить. Окей, отлично. Пока что мы будем смотреть по возможности, куда можно людей отправить. Вот, возможный собор, возможно, переместить рабочую зону. Будем вот сюда перемещать его пока что. Тут есть дрова, есть бетон. Тут у нас все есть, все отлично. Так, у нас есть тут какие-то зомби? Зомби, блин. Какие-то мутанты, блин, черепахи всякие разные, бегемоты и так далее и тому подобное. Рабочие зоны здесь надо смотреть, чтобы каких-то опасных хищников у тебя рядом не было. Вот здесь нормально. Следующее, что мы сейчас спланируем, что надо сразу построить еще. Нам надо построить еще станция переработки, станция передобычи лома. Где-то здесь был лом. Я видел станцию где-то, только что была. А вот она. Так, есть железо. И надо пластмассу. Пластмасса едет рядом, вот она рядом. По максимуму надо держаться близко к своей точке, твоей точке обитования. Что ты хочешь от меня? Ты мне еще подсказки будешь делать? Еще издеваешься надо мной? Мне не нужны они. Ладно, построим. И что ты хочешь еще? Какой-то ужас. Ладно, надо пару... Так, дома надо тоже сейчас намерить построить. Ресурсов у нас сейчас должно быть достаточно. Вот сюда мы дома застроим. Парочку домов сюда поставим.
Так. Раз. Блин. Отменить. На сколько человек? 8 человек. То бишь 12 в общей сложности. Так, иди сюда. Нет, не то. Итак, сейчас, короче, друзья, поближе познакомлю с этой всей системой хитрой. Что они добавили, что они сделали. Окей, отжимаем паузу, врубаем скорость. Итак, как я говорил, да, у нас будут нападения зомбарей. Зомбарей. Опять зомби. Нападение зверей. Ладно, эти еще звери не нападают, но есть какие-то крысы, пауки, боровы дикие. Бандиганы будут к тебе приезжать, у тебя будет возможность откупиться с ними, у тебя будет, если ты не откупишься, у тебя будет атака сначала на твои ворота. Как они ворота уничтожат, они начнут по базе бегать. Единственное то, что можешь с ними бороться, это высылать специалистов и атаковать их. Но, опять же, друзья, специалистов атаковать, во-первых, наши специалисты всегда тусят где-то. Означает, что нам надо будет только парочку специалистов таскать, да, с собой, по всей карте мира, и остальные будут специалисты у нас только сидеть здесь на базе, потому что всякое может случиться и на тему напасть в любой момент. Добавили самое, я считаю, самое главное сооружение в этой игре. Это вот, друзья, уборная. Будем уборную ставить около домика пока что. Не знаю, или это влияет, не влияет. Но, скорее всего, это не влияет на это все дело. Но поставим пока что парочку. Вот сюда парочку уборных, пусть они стоят здесь. Опять же, нам надо что-то подумать о том, чтобы построить что-то пищедобывающее сооружение. То бишь рыболовецкую эту заводь, не знаю, как это можно назвать. Так, где я могу тебя поставить, дружище? Нигде, да? Здесь, по крайней мере. Вот, вот крысы, видишь, друзья, крысы. Сейчас я вам покажу, как этими крысами можно бороться, блин. Вот сюда можем построить дверь. Так, берем мы, короче, нажимаем паузу, берем специалиста и нажимаем правой кнопкой мышки по мыши. Видите, сразу забирается кулачок, и этот специалист сейчас придет тупить мыши. Сейчас мыши нападут полностью все. Но они, я хорошо, что они лоу хпшные. Иди сюда. Иди сюда, убивай эту мышь. Вот, мыши убиты. Отлично. Крысы, мыши, не знаю, как их можно назвать. Так, короче, дорогу проводим. Здесь мы проводим вот так. Вот так сделаем пока что. Здесь я хочу построить дорогу. Окей, работает, все, дома есть, крата есть, хата есть. Сейчас надо следующее, что надо построить. Самое-самое важное, надо построить сейчас медицинскую палатку. Построим тоже где-то. Так, стоп, построим ее сейчас где-то в радиусе этого места. Так, вот так где-то. Так, нам это надо будет однозначно. И я думаю, что надо будет скоро и сразу морг построить. Потому что я думаю, что нам будет очень тяжело выжить. Так, что здесь? Постоянно мониторьте, друзья. Постоянно мониторьте зомбарей, этих монстриков, да. Потому что они могут быть, блин, везде. Они могут, я не знаю, или не передвигаются поближе к твоей базе, или как там. Но лучше перед тем, как... Что это случилось? Ремонт. Что-то упало только что. Откуда? Всегда постоянно смотрите, где твои люди находятся, что они делают. И не посылайте их раньше, знаешь, как я просто ставил вокруг, там никто на них нападал, все нормально было. Сейчас, перед тем, как вы, например, куда-то пойдете отправлять своих людей, обязательно посмотрите. Или если там какие-то злые звери, которые могут тебя сажать, потому что колонисты могут умереть, твои специалисты тоже могут умереть. Не зря у них сейчас появилась шкала здоровья над головой. У них опять же тоже появился вариант, то бишь вариант такой, как смайлик, да, чтобы, который будет говорить, что там надо мыться, убираться и так далее и тому подобное.
Это все у них введено, но считаю то, что они пока что слишком, как говорится, недоработали систему этих, этого враждебного мира, потому что слишком суровые пацаны они, я скажу честно, то, что довольно-таки тяжело с ними бороться. Я под вот зашел перед этим, как снимать это видео, пошел, попытался, типа, как обычно повыживать, да, подсылал людей. Я считаю, так я в первые где-то 15 минут потерял 4 из-за того, что они везде бегали. Я не засекал, кто где когда находится, и вообще было все ужасно. Не знаю. Я думаю, что, я надеюсь, что они чуть-чуть как это переработают, или добавят побольше специалистов, или добавят, например, какую-то оружейную мастерскую, чтобы мы могли, например, своих пацанов, как говорится, обучать, тренировать, и каждого вооружать оружием, и тогда, чтобы, типа, ну, они защищались. Колонисты хотят поговорить о свалке. Ну давай, дать, ничего не поймали, зато получили инфекцию целую кучу жопа. Окей, ой, что-то мне хорошо надо прилечь. Ну вот, да, диалоги появились разные, и... Ну скажу так, друзья, довольно-таки, блин, и... Тяжело будет, я думаю, тяжело будет выживать. Ну, по крайней мере, это интереснее. То, что не так, я думаю, потому что до этого как-то это все было так элементарно. Ты засылаешь людей, ты там бьешь их, убиваешь и все, и... Так, идем сейчас зачищать территорию. Я не знаю, или они спавнятся, например, или если ты вот раз зачистил всю территорию, да? Или спавнится опять эта вся система здесь, или нет? Отлично, крысы убиты. Вот здесь еще крысы бегают. Иди сюда, нахуй. Специалистов пытаетесь не постоянно посылать по мясу, да, убивать, да. Я не знаю, ли дается мясо. Нет, мясо не дается от них, потому что, например, если... Не, я рогатого не хочу убивать, потому что, видишь, рогаты не нападают. Но все остальные... Тут есть пауки, есть... вот, как говорил, эти... Как его... крысы. Я не знаю, если было бы еще круто, если мы могли бы добывать, например, от крыс, там, шкуру, да, или там, например, от пауков хитин, да, как у Варки, да, или вы там выживал как, и, в таких играх, да, постройте крытый склад, крытый склад, да, ну, кстати, построим крытый склад сейчас, пусть он будет у нас один, вот сюда поставим его, дорогой обведем его, отлично. Так что да, это более дает тебе внимательное, это дает больше внимательности, ты должен уделять, вернее, не дает, больше должен уделять внимательность своим работникам, потому что сейчас, как никогда, они будут очень важны, и каждая потеря будет довольно-таки печальна в плане развития в будущем. Когда, конечно, подальше, когда там уже появятся, вот пауки, как я говорил, значит, пауков, да, кстати, сейчас у нас лестница, чувак. Мы пойдем пауков покрошим и посмотрим, что-то дают они. Ну, скорее всего, они ничего не дают, но... Посмотрим. За это никто под голову не даст. А почему у нас третья скорость вообще работает? Я не понял. На второй скорости мы должны с ним работать. Сейчас подождем, пока он похильнится. Да, хильнится 92%. Было бы круто, если еще бы, например, наших пацанов, которые вот здесь бегают, лечили бы, да? А, ну вот, лечит, да. Кстати, лечит, потому что не было до этого. Так, сколько здесь слотов? 2 слота. Хорошо, пусть работает. Силы вернулись ко мне, силы вернулись ко мне. Ну, короче, она вылечилась, да. Тут, короче, у нас идет интерактив с каждым человеком. Так, отлично. Было бы еще круто, если эти вот звери подмечались каким-то... Не знаю... Какой-то иконкой, что там вот, блин, опасно, там смерть. И не идите туда, чтобы я мог проследить за этим делом. Короче, давайте... Кстати, сохранимся, сохранить игру, апдейт 6, убираем это. Я не хочу сейчас, по большому счету, строить ворота, в связи с тем, что на меня могут опять напасть бандюганы. И нам нечем будет откупиться, потому что я не знаю, что? Отмена, подожди. Сохранить игру, подтвердить, все. Нет, не хочу продолжить игру. Короче, идем протестим. Где наши пауки? Вот пауки. Иди бей его. И если было бы круто, если можно было по этих как его, специалистов группами вызывать, чтобы они группой атаковали тебя. Во. Смотри, прибежали, да? Вот о чем я говорил, да?
очень мощные пауки, и мы делаем так, загрузить игру. Чисто потому что это сейчас тестовые варианты, что, друзья, не обижайтесь перед загрузками, потому что, ну, я не боролся с ними, с крысами-то мы видели, справились свободно, без всяких проблем. Но тут с этим получается какие-то маленькие проблемы. А откуда-то, получается, этот паук пробежал? Мы сейчас посмотрим. Тут где-то паук еще рядом был, оказывается. И они еще тебе инфекцию на тебя накладывают, да? Это еще ужасно. Сейчас посмотрим. Ну, скажем так, что игра усложняется, игровой процесс усложняется в разы, как я уже это упоминал при начале этого видео. Так, где наши, блин, пауки, блядь, я не вижу вас. Ладно, дождемся дня, ну вот, жители горят свет, а откуда-то прибежали остальные? Мне кто-то сзади прибежал еще. Врубаем вторую скорость, я что-то их не вижу здесь, вот один. Здесь я никого не вижу. Хм. Ладно, значит, нам сейчас, друзья, надо построить. Нам надо построить лесозагадывающую станцию. У нас она должна быть с самого начала уже открыта. Дом Зверолова. Ну, перерисовали опять же иконки, смотрю, да. Ладно, дом Зверолова поставим сюда тогда. Вот так поставим. Тут у нас животные бегают, их будут резать, он будет все нормально. Здесь дорога идет. Да, за рог здесь идет, все хорошо. Окей. Значит так, где тут пауки? День наступил, я не вижу пауков здесь нигде рядом. Только вижу вот здесь. Ну вот, паук здесь. Ну, бля. Так, ладно, подождем. Конечно, можно рискнуть и построить. Блять, за. А подожди, могу выйти на глобальную карту? Я не могу выйти на глобальную карту, пока у нас не построены ворота. Окей. Значит так, делаем так. Следующее. Мы сохраняем игру. Сохраняем сюда. И строим ворота. Они здесь должны быть. Вот так. Дом Зверолова завершен. Отлично. А где твоя дорога, дружище? Дорога у тебя нету, что ли? Я не понимаю. Грунтовая дорога. Так, одна ячейка у нас, 3 человека еще здесь. Так, ну посмотрим, мне, конечно, сейчас, блин, опасно это все делать здесь. У нас один человек получается, мы сможем 4 человека направить на защиту, если вдруг что случится. Но, не знаю, блин, это будет довольно-таки опасно, блин, не знаю, я не знаю, друзья, не знаю. Будем смотреть, конечно, но мне это очень напрягает, меня напрягает это все дело. Рабочая эффективность 30%. 52%. А здесь есть какие-то животные? Тут крысы. 100%. Ну давай посмотрим, может быть, тут нет таких крыс. Вроде бы никого не вижу рядом. Только где-то здесь были крысы, я видел только крысы. Вот-вот, и сейчас, где наш специалист? Где специалист? Иди сюда. Специалист, иди, убей крыс. Мало ли, от греха, как говорится, подальше нахер. Нет никаких пауков, блядь. Надеюсь, никаких пауков нету, и все нормально будет сейчас. Давайте, нападайте. Вон там пауки. Отлично. Убили. Убили, мы убили их. Что здесь у нас? Волокно, производство. Ну вот тут пауки. С пауками, да, конечно, будем ждать, пока может быть кто-то. По идее, мы как только построим ворота, придут первая группа специалистов. Выживших, вернее, не специалистов. Так, следующее, что мне надо построить. Мне надо построить. Сколько у нас людей? Трое еще, да? Нам надо построить добычу. Лесоповал, вот нам нужно. Блин, ну такой огромный. Давайте пока что поставим его сюда. Где-то вот сюда. Пусть он добывает дерево нам. Это потом мы снесем, нам не нужно будет. Надо появиться пилорама и будет все окей. Так, что здесь? Сколько еще осталось? Две доски.
И вопрос тоже, как когда они агрятся на меня, например, в данной ситуации, например, давайте переместим рабочую зону или нет. Я, знаешь, что мы сейчас построим? Да, все-таки переместим мы рабочую зону. Да, надеюсь, на пауки здесь не сагрится на него. Не, пауки там далеко. Я не знаю, какая у них дистанция агро этих пауков. Как далеко мы можем заходить, чтобы от них не получить звездюлей, как говорится. Так, надо еще две доски. Что здесь получается? Что ты здесь ищешь? На паузу ставим тебя, чтобы ты доски сюда не таскал. Сюда таскал доски. Так, что с едой у нас? Еда нам добывается. Дичь 4. Так, тут все... Не знаю, мне этого проблемы управления. Так, 15. Так, что у нас здесь есть? Что добывается? Добывается. Здесь добывается. Все отлично. Так, что здесь за мелкие? Не трогай домик. Счастье плюс 3. Три доски спиздил мелкие. Ну все, сейчас это не строит. Сейчас это врубаем. И мне сейчас очень интересно, когда мы получим первых... как говорится... посетителей. Я думаю, что будет очень скоро. Ну, потому что, ну... Я считаю, что будет... предыдущий сезон мы прожили сколько? 100 с лишним дней. Мы не потеряли ни одного человека. Я думаю, здесь мы потеряем довольно большое количество. Я думаю, надеюсь, это не будет меньше, не больше 30, да... Ну да, вот видите, сейчас пришла у нас первая группа выживших. У нас два взрослых, один специалист. Принять, открывать электричество. Так, окей. У нас есть... Постройте больше жилых домов. Окей. Поставили. Активно отрубаем. Сейчас мы, короче, берем специалиста и идем тестить. Ну, по идее, они должны вдвоем справиться. Где там пауки, блин? Или они ночью какие-то агрессивные? Давай подождем утра. Отправить на карту мира. И чё? А, вот как это все происходит сейчас, да? Давай ты возьмешь жрачку. Вау, и еще и деньги добывает, смотри. Такого раньше не было. Хорошо. Допустим. Он добрал еще и денежку. 56 монет. Супер. Это не, насчет этого не говорили. Не, ну это радует, конечно. Так, досок нету, да? Специалисты готовы к работе. А почему ты переместить рабочую зону вот сюда? Тут же еще есть бетон. Зачем так далеко идти? Окей. Так, специалисты готовы к работе. Давай посмотрим, может быть найдем. А подожди, тут еще не собрал даже все. Окей, допустим. Так, все, дом построили. Восстановить. Так, да, блин, конечно, это будет очень весело. Скажу я честно вам, друзья. Так, специалист готов здесь один. Подожди, кто у нас по специалисту вообще по этому? У нас ученый лидер. Огневая мощь. Сколько у тебя? 3. Ну, неплохо, у тебя 3 огневая мощь. А у этого, подожди, сколько было? Тоже 3. Надо найти какую-нибудь... Стоите завершено временное пристанище. Окей, это радует. Так, пока что мы не будем отсылать пацанов никуда, там дальше в район. Пока что мы прожили сколько? 7 дней, мы еще никого не потеряли. Я только надеюсь, что у нас тут... А что здесь происходит? А, второй человек нужен. Радиоактивные осадки. Вы что, издеваетесь надо мной, ёпты? Какие радиоактивные осадки? Я только начал выживать, ты уже мне осадки посылаешь. Мать моя женщина.
Могильник, блин. Рано еще для могильника. Так, у нас тут доктор есть, 2-2-4. Ну, блин, я надеюсь, что мы нормально проживем. Так, что у нас там по карте получается? Вот, пацан, ты сколько там еще? А, сколько будет уже? Скоро лестница. Нам нужны люди, друзья, нам нужны люди, нам нужны специалисты, чтобы я мог нормально, блин, идти зачищать территории, чтобы мы их, по крайней мере, здесь не переживали по поводу этого всего дела. Что здесь тебе не хватает? Доски. Остановлено. Что у вас здесь добываете, друзья? Что вы добываете мне здесь? Покажите мне. Доски, доски, да, 11 досок здесь еще. Потом надо еще где-то здесь доски, а вот еще доски. Отлично. Значит, друзья, давайте мы сейчас построим еще один склад. Построим дорогу вокруг него. Потом еще будет место для склада. Так. Отлично, сейчас давайте сейчас этих поставим, и тогда мы сможем заметить, переместить рабочую зону вот сюда. Так, у нас здесь нет никаких монстров, нету? Нет, не вижу, тут олени бегают. Крыс мы здесь убили, там остались пауки, здесь остались пауки. Я надеюсь, что не спаунится, блин, это было бы отлично. Так, у тебя пластмасса закончилась, да, дружище, блин. У тебя следующая пластмасса здесь, да, ай-яй-яй, рядом с этими. Давай переместить рабочую зону. Блин, опасно, мне не знаю, переместить рабочую зону. Надеюсь, пауки не сагрятся на нее. Ну, сейчас специалист вернется, мы тогда... Я пока что не сагрелся, блин. Крыса-жук. Крыса-жук, а это жук какой-то, блин. Крыса-жук, это как паук выглядит, ёптань. Банда, ёптай. Охереть. О, специалист, где ты там, нахуй, иди сюда. А, мы их убили? А, Кайлония победила, блядь. Ну, дружище, блин, ремонт, срочно. Это просто... Ладно, остановлено. Это, конечно, все круто, но... Это не круто. 8 металла просто улетело. Так, давайте здесь сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. Все, пиздец. Ну, они сагрились, твари, ну. Где специалист, нахуй? Иди сюда. Это просто писец. Мы простраиваем первого человека уже. Да ну нахер. Ну это не серьезно, не-не-не. Значит, друзья, мы идем загружаться. Блин, это пиздец, ну как так можно, ну не понимаю. Не, это ужасно, это ужасно. Ну это просто нереально вот так. Я говорю то, что это самая тупая система. Я не знаю, это конечно хорошо, но чтобы вот так слишком, они слишком мощные, во-первых, сделали этих как говорится, монстров. Если бы они еще группировались как-то, что вот так атакуют, да, ну как ты вот, например, предполагаешь один нападать на, блядь, целое стадо, да? Ну это как-то тупо, и что здесь происходит? Блядь. О, боже, ладно. Ну что ж делать? Что у нас там было? У нас была больница, у нас было это, ну, блин, надо как-то почаще сохраняться сейчас. Ладно, короче, сейчас строим, мы туда сейчас построим, в первую очередь там построим... Лесоповал.
Ну, это тупо, тупо, друзья, скажу честно, тупо. Это очень тупо. Я считаю, что это слишком они как-то перемудрили с этой системой. Я не просто жалуюсь, то, что вот это тяжело или как-то нет. Я считаю, нет, это очень хорошо, что не работает и добавляют такие вещи, но это слишком жестоко на начальном этапе игры вот так тебя просто мучить, грубо говоря, мучить, да, потому что тебе очень трудно выжить в таком плане, потому что, ну, ты концентрируешься на развитии, да, она же не является хардкорной игрой. Он называется просто Surviving Aftermath. Это же тень, в конце концов, не какая-то там, блин, раз, где-то там должен нормально ебашить. Тут это же стратегия, по большому счету. Градостроительный симулятор, да? Ты строишь свою, блин, свое поселение. Ну, как это так? И тут вот такая вот шняга начинается, что у тебя тут, во-первых, у тебя зомбари с одной стороны нападают на тебя, с другой стороны у тебя набирают эти бандиты с другой стороны, да? Я зомбари считаю этих, блин, монстриков, да? Потому что какие-то мутанты просто сверхсуперсильные. Вот. И... Да, ты можешь планировать как-то, типа, избегать их, но у тебя не хватает мощи, просто физической мощи, чтобы с ними бороться. Это как-то нелогично, блин. Тем паче на таких ранних порах. Ну, это писец. Ладно, ставим еще одну, еще один склад. Так, мы тут строили, да, потому что мы еще потом сюда поставим один склад. Пусть не работает. Так, сейчас это все наметим и сохранимся, блин. Так что, друзья, сохраняйтесь, перезаходите. Я не считаю, что это какое-то чувство, что просто это вам будет удобнее, и вы не будете себя просто вымораживать из-за того, что вот игра-то отличная, суперская. Я говорю, просто чисто мне надо переработать баланс, молесь, этого все дела. Потому что, например, как я вот... зашел в старом обновлении, в пятом, да, и просто приехала банда бандитов, они просто вырезали мне 10 человек. Просто вырезали 10 человек, я не мог ничего с ними сделать. Потому что все мои специалисты были где-то, они гуляли по миру, и я просто не был физически готов к тому, чтобы их с ними воевать. Чисто просто физически не был готов. И пока я их всех собрал, чтобы они приехали и все это сделали, мою колонию просто вынесли к чертовой матери, и все. Ужасно, ужасно, конечно. Ой, ладно. Будем стараться, конечно, но надо как-то к этому подходить чуть-чуть иначе. Так, ладно, что это сейчас они строят это дело. Что там не хватает досок? Здесь тоже не хватает досок. Везде не хватает досок. И специалистов не хватает. Отлично, вообще, бомба. Потому что откупаться тоже от них как-то не получается. Потому что, ну, когда я там в том обновлении пытался откупиться, ну, ладно, там, может быть, какие-то скрипты не срабатывают или что-то вроде этого. Я не мог от них откупиться тоже так же. Но пришлось, типа, воевать с ними. Вернее, не то, что воевать, а просто смотреть, как они уничтожают твоих людей. Просто по большому счету. Потому что моя крепость строилась еще. Она не достраивалась, ну, не была еще готова. К тому времени, пока я занимался всем остальным. Потому что я не был готов к этому делу. Потому что, ну, хостел, ну, как еще, враждебный мир, это враждебный мир, я понимаю. Но это было чересчур. Иди в баню. Так, короче... Что еще они сделали? Так, что еще? По большому счету, что-то они сделали. Ничего не давай. Что ты хочешь от меня? Ну? Что ты хочешь от меня? Не здесь в бане. Так, дом построили. Так, сейчас больничку надо построить. Так, давайте сначала эту больничку достроим. А потом уже достроим остальное. Так, вода у нас есть. Усталость минус 8, не удалось выспаться. Минус 18, я понял. Был бы как-то, блин, по возможности их выловить один на... Это что? Это ничего. Лезть не попытаемся. Смотри, попытаемся, давай сейчас поэкспериментируем. Сохранить. Сохранить. Подтвердить. Продолжить. Я попытаюсь забайтить его. По крайней мере, одного. Подойду его к этой куче. Забайтится этот вот этот бешеный. Крыса, кто он там? И потом я его просто забайчу обратно к себе. Угу, замечательно, работает байт. Отлично, идем следующих байтить. Так что байтите, друзья. Байтите этих кротокрысов или крысоловов, не знаю, как ты мог назвать их. Пацаны, давай, я здесь.
сколько вас там вообще, алё? Окей, завалили. Да убивай эту большую. Замечательно, ладно, иди хилься, дружище, иди хилься. Кто-то ворует доски. Не трогай домик, счастье, окей. Иди похилься пока что, а мы тут займемся делом. Так, все построили, да? Аптека, ой, аптека построена, это как, поехали. У нас два... Что у нас, мало еды, добудьте еды. Че, бля? Пацаны, вы тут вот еды целая куча, че у меня парит мозг. И здесь рыболовная тема работает. И зверолов работает. Как вам не хватает еды? Вот где собака зарыта, иди туда. Там вроде бы никого не было у нас, да? Или крысы были? Не, крыс нету. Окей, сохраняемся. Там мне уже начинает что-то напоминать, блядь, Баннерлорд, да? Когда сохраняешься против каждым каким-то важным решением. Так, ладно, сейчас это построится, вот эту тему построить, тогда мы пойдем, значит, уже строить ворота. Так, секундочку. Так, хорошо. Где-то, я думаю, что видосик где-то будет около часу сегодня, так как это первое обновление и довольно-таки игру ломающее обновление. Надо видеть, как уже сами, да, загружались пару раз уже на определенных точках, довольно-таки... А подождите, Леся, могу выслать, например... Нет, не могу отправить на мир, потому что вот здесь получается, да, там, потому что это ворот. Еды нету, да, говоришь, 8 еды, 7 еды, блин, это плохо. Зверолов, ты работаешь вообще? Сколько даешь? 4? 4 в день. Окей. Производится 6. Добывается... Блин, а сколько ты производишь? 2. А, производ... Так, надо еще одну туда построить. Рыбацкую пристань. Да, метеоритный дождь. Почему бы нет, нахер? Иду. Хижина рыбака. Так, где таких крыс? Кабанов, крыс, пауков. Так, тут эти обитающие, все нормально, здесь можно. Отлично. Два, значит, у одного есть идея. Дать волокно. Угу, дал волокна и получил по ушам. Или ничего не получил я. Так, этот готов. Так, давай, смотри, что мы делаем. Мы сейчас опять идем сохранить игру. Апдейт 6. Поехали. Подтвердить. Продолжить. Иди сюда, дружище. Иди сюда. Так, где там? Где байтить этих пацанов опять? Ну, таким хитрым способом мы просто пытаемся... А, он завалит их. Да, свободно. Давай проверим еще, что тут есть, что-то, кто тут есть. Ну и все, красава. Тут еще остались у нас кабаны с этой стороны, но с кабанами тут будут, блин, они довольно-таки жесткие пацаны. Иди сюда. Так, ты, значит, делаем тебя с тобой уничтожить. Так как здесь у нас нет никаких больше опасений, мы можем поставить себе новые станции переработки. Вот так. У нас просьба никаких тут крыс нету больше, да? Или каких-то животных, которых надо валить в первую очередь.
Не, ну хорошо, ладно, здесь еще можно справиться, еще не страшно, все нормально. Просто планировать вот то, чтобы байтить, друзья, так что все окей. Не так уж страшно, как черт его молю, да? Не так, не, вернее, не так страшен черт, как его молю, да? Так что здесь нормально. Здесь паучки, здесь всякая шваль, тут бегает всякая разная козлина, вот здесь вот. Это сам... Вау! Вот это, бляха, муха, кабан. Это медведь. Ну, тут опасно. Так, тут еще, свинья, кабаны. Где тут кабан? Это ты видел рядом где-то его здесь? Не, давай сейчас крыс байтим потом. Метеоритный дождь пошел. Ай-яй-яй. Еще что-то сломает нам по-любому нахер. Главное, чтобы пацаны к нам не подходили, остальная ерунда. Так, что-то сломало. Ну да, конечно, блин. Ой, туалеты тоже ломаются, все ломается, ёб твой. Просто уничтожил нахер дом. Да иди на. И это просто. Сейчас, сейчас, сейчас попадет, будет все писец. Наконец все закончилось, да? Тварь. О боже мой, это просто писец. Что могу сказать, друзья? Это просто писец. Какие-то жестокие катастрофы у нас сегодня вообще. Ладно, проверим, кто у нас там, что у нас там поломано. Это целое, это здесь целое, целое, хорошо, здесь все нормально, блин, это писец. Раздобудьте еды, блин, я пытаюсь, но не получается, смотри, мы сейчас производим сколько? 6, потребление 10. Охереть. Он еще сюда зверолов надо ставить, это что ли? Просто жестоко. Да. Это будет печально и довольно-таки проблематично прожить здесь достаточно хорошую жизнь. Начинает уже точно. Подожди, или это хардкор survival? Подожди, надо, не помню точно, надо вспомнить. Кажется, может быть, даже это было хардкор survival mode. Но что-то я не помню. Голодает 16. Охреть. Ну, минус 16. А где тогда все остальные? Где вы там? Шастаете, не понимаю. Мне надо специалиста выслать срочно на улицу. Так, что с металлом? Давайте металл отключим и давай, пусть... пластмасс тоже пока что отключим. А, пластмасс так и так отключено. Пусть это носит еду, хоть приносит. Твою мать, это жестоко. Так, мясо притащили. Ну, да идите ягоды собирайте, ёпта, вы что вы творите, блин, не понимаю, черти вы. Отключим это дело. Ну что, дров не хватает нам. Ладно, хоть сиди еще есть одна. Ну да, на эту быстро уже нет его. О боже. Это жестоко. Че вы гуляете? Идите работаете, вы твари, ну. Он гуляет, посмотрите на него.
Охереть. Ладно, значит, поле какое-нибудь построить, что ли, надо, чтобы еда была. Так. Поле, мне даже не могу поле построить, потому что у меня нету первого этого тира, что не выучено. Вниз по реке. 4 доски. 2 еды. 0 еды. Блять, это скоро умрет, нахуй. Все, фу, у него покушал, все нормально. Пока что нету, все поевшие, хорошо. Несите дрова уже. Меня это очень раздражает, друзья. А если мы завалим этого, блядь, оленя, нахуй? Ну, пойдем посмотрим, где специалисты? Иди сюда. Завали оленя. Не, подожди, надо сохраниться, потому что мало ли они нападут, блядь, стаи на меня сразу. Мне будет просто очень-очень больно. Сохранить, подтвердить, все. Выйти, нет, продолжить. Иди сюда. Я тут олень был. Иди оленя завали. По идее должно дать мясо. По идее. Нет. Ничего не дало. Убил оленя, мясо даже не дало. Пиздец. Вот как это так? Ну, это вообще ужасно. Дом Зерлова закончено. А-а-а. Перейти в рабочую зону. 100%? 100%. Отлично. Так, тут нет никаких монстров, а то, блин, мало ли. Тут вот медведь огромный, бля. Ой, их тут целых два. Ой, жестоко. Короче, получается то, что я должен буду сделать. Что я буду брать всех специалистов, 3, 4, 5 специалистов, и просто их гасить. Просто их гасить. Пацаны, вы дрова принесите, ну, чё вы там, чем вы там занимаетесь, не понимаю. А, я понял, чем вы занимаетесь здесь. То здесь никого нету? Нет, никого. Ну? Усталость. Да, тут 10-й день, друзья. У нас ничего, вообще ничего не сделано, вообще ужасно. Да, это будет интересно. Это будет очень интересно. Так, все, здесь застроились. Так, значит, следующее, что нам надо построить, нам надо построить дом. Нет, не дом, а вот это. Рыбацкую. Так, ну еще чуть-чуть. И будет уже... Что такое? Знаешь, что делаем? Мы сохраняемся. Сохраняем, сохранить. Сохранить. Продолжить игру. И что-то хочет меня. Источник забирает. Лечить не спеша, а зато без риска. Минус один. Давай. Кого-то там что-то, блядь, мы вылечили чего-то. Такого раньше не было. Так, производство 10, потребление 10. Отлично. Замечательно. Потому что 2 дает 4 этот, 4 этот, 2 этот. Получается, у нас сейчас будет 12. Мы сейчас будем плюсом идти. Ну, плюс еще ягоды у нас здесь добываются, да? Так что у нас будет чуть побольше.
Так, сколько здесь? 11, здесь 5. Отлично. Может, мне лучше было через этот край его пропускать? Да. Но все равно, по большому счету, можем все равно так сделать. Так, где-то там. Ага. А, тут это ядерная шняга не позволяет. Хорошо, ладно, добудем, допустим. У нас есть еда, не парень, не мозг. Было бы еще круто, если, например, они могли бы прятаться в домах своих, когда, типа... Так, хижина рыбака закрыта. А почему только один человек? А, один здесь работает сейчас, на пилораме. Так, проще. Так, все, пошла жара. Сейчас можем построить дом. Так, что здесь добывается? Бетон, железо. Здесь еще не бы что-то добывается. А, здесь это. А ягоды. 8-2. Отлично. Я знаю, короче, друзья, если не уверены, какие у вас помещения сломаны, да, и которых надо ремонтировать, вы нажимаете просто на статистику, строение, и видите, да, что тут есть строение колонии 18, и все они целые, все, и тут появится, если, например, там склад починен, сломанный, да, ты можешь показать это здание, он тебе сразу покажет, что это здание сломано, например, да, в этом легче ориентироваться в этом плане. Такого не было раньше. Мало еды, да, я понял, хорошо. Так, замечательно, так металл добывается, так это все добывается. Не, ну сейчас надо ждать, пока нам это, сейчас восстановим ворота. Отлично. 15 бетона, 15 дерева, 5 этого и 20 дерева. Отлично. Так, здесь мы все зачистили, да, никого нету. Тут остались эти только... Братья наши меньшие. Выставить нас по... Оу. Плюс 9 рыбки еще. Замечательно. А куда? А куда? А где он сохранился? О, Эйлонера, спасибо. Она подросла. Супер. Инструменты закончились, да? Кстати, насчет инструментов. У нас же можем построить, да, уже? Или нет еще? Да, инструментная мастерская. Пауза. И портяжная. Хм. Сюда поставим портяжный, пусть он здесь работает. Пластик. Ага, окей, пусть строит. У нас одежды 3 осталось. Инструментов еще 6, более-менее, плюс-минус. Так, производится 12, добывается, потребляется 10. Отлично. Супер. Ну что ж, друзья, так, сейчас уже, получается, у нас заканчивается строительство наших ворот. Посмотрим, сейчас вышли, сейчас появится опять же сразу скрипт с работы, у нас появятся новые поселенцы. Домик у нас уже построен, мы уже готовы к ним. Так, все отлично, так, сюда мы ставим еще одного человека.
пусть не знаю, вот и скрипт сработал. Так, 4 и замечательно, замечательно, замечательно. И огневая мощь 4. Ты у нас кто? Собиратель. Отлично. Значит так, что мы делаем? Мы сейчас ждем. Здоровые новые люди. Ну, тоже круто, это типа сделано отлично довольно-таки. Мне нравится такая система. Так, короче, где-то у нас здесь были свиньи, да? Давайте попытаемся их забайтить. Там две свиньи, да? Оу, радиоактивные осадки, это плохо. Короче, можно ли их собрать в группу? Давай смотреть. Херс 2. Короче, сейчас мы начнем экспериментировать с этим планом. Сохранить игру, подтвердить, продолжить. Специалист идет. Один сюда. Ждешь здесь. Ага, замечательно, значит он не уходит. Это отлично, это супер. И сейчас мы попытаемся их... Сколько тут их? А подожди, они тут с другой стороны находятся. Замечательно. Отлично, они сами агрятся на них. Очень хорошо. Иди сюда, Зами. Не, ну это, не, друзья, все хорошо. Единственное то, что надо выжить первые моменты, когда ты типа, пытаешься, то бишь начинаешь, да, жить. Это первый момент, когда тебе надо выжить. И так, тогда идем защищать от территории тоже. Давай сейчас на медведей попробуем, а? Тут сколько их? Или сюда, например, пойди сюда. Пацан, иди сюда. Сюда, пацаны, идите. Собираемся. Так, где специалисты? Так, идет туда. Пошли. Не, ну это круто, конечно. Не, мне очень нравится. Это сейчас просто надо было разобраться в этой системе. Довольно-таки они мощно мочат этих пацанов, да? Так что... Это нормально. Сейчас будем шажок по шажку идти. Давай, пацаны, налетай нога. Просто. О! Пш, вообще! Супер, друзья, супер. Два специалиста это сила. Не надо делать ребаланс, все нормально. Все хорошо. Отлично. Окей. Окей. Допустим, допустим. 15 дней мы прожили, еще никого не потеряли. Это радует. 5 человек у нас еще есть. Рабочих. Это получается, подожди, это специалист тоже считается в них? Нет, это все нормально. Так, значит у нас доктор есть. Значит идем по металлу добывать. Один идет металл добывать. Это мы отжимаем тоже. Пусть строят. Колонист что-то нашел. Что-то нашел. Выдать инструменты эти. Колонисты лечевая болезнь, блядь, спасибо. Сейчас только начнется. Как раз перед самым, блядь, начинается, блядь, лучевая болезнь. Так уже. Так, что я хотел сделать? Я хотел сделать следующее. Ну да, пусть они тут работают пока что. О, радиоактивные осадки, ай-яй-яй. Давай третью скорость рубим, чтобы это все быстренько. Нам не спастись. Что за пессимист? Спасетесь, куда вы денетесь? Так, инструменты. Mm-hmm.
Блин, очень медленно лечится. Так можно откинуться очень быстро. Пацаны, вы как-то, блин, активнее там лечить их. Я понимаю, что у нас ничего нету еще проапгрейженного, но давай. Выживайте, друзья, выживайте. Не, я скажу так, очень доволен. Сначала как-то пессимистически к этому относился, очень так скептически и очень раздраженно, но... Вау. Начинается вот эта тема, да? А мы баню не можем еще строить, да? Ну вот, получается, это вот такая тема, то, что надо мыться, да, им... А, они сюда, в отхожее место ходят, и все нормально. Значит, надо парочку почистить таких еще. Поставить или не, а не почистить. То есть сюда вот прям. Раз. Два. Три. Четыре. Потому что все равно мы там ничего не сможем ставить. Кому там помощь нужна опять? Отпустить ее. Готово. Что случилось? Зараженный 7. О-о-о-о, печально. 4. Так, сколько зараженных? Трое. Я чувствую в темноте, да, это радиация работает, подруга. Так, нет таких зомбарей? Нету. Не, пошла жара, нормально, пусть лечится, блин. Трое зараженных, нормально. Отхожее место у нас здесь есть, целая куча. Замечательно, прожили, и все нормально, все замечательно, все просто шикарно. Отлично, супер. Очень радует. Не, очень, сначала говорю, как я очень пессимистично это сделал, сейчас я, да, тебе надо просто пережить первую волну, эти вот всего, чтобы тебе надо как-то направиться. Единственное, сейчас меня раздражает, когда к нам приедут эти бандиганы. Это будет, конечно, не айс. Это что-то визуальный баг, это какое-то визуальное отображение левое какое-то получается. Ну, маленький, иди помойся. Так, что у нас получается? Лучше о болезни 3, пора вымыться, не удается выспаться. Ну идите вымыться, блин. Ну. А кстати, подожди, когда у нас сегодня, когда мы сможем строить баню, например? Нет, настолько отхожее место есть. Баня еще там, блин, до бани еще как до, блин, до Берлина нахер. Окей, друзья. Так что вот такие дела. Я думаю, что на сегодня мы будем уже закругляться. Обновление, конечно, мощное, довольно-таки играющее, меняющее вообще стиль игры. И не так, как мы привыкли к этому поначалу, как это было, да? Было довольно-таки все легко. Сейчас довольно-таки надо как-то планировать, куда ты собираешься идти, планировать, куда твоих людей отсылать, планировать, как ты, блин, это все делать, пока у тебя не появится количество специалистов. Потому что вот, например, сейчас два специалиста просто они снесли два медведя. Я думал, что они будут вообще жестокие. Двоих медведей просто без всяких проблем. Раз, два и готово. И я думаю, это я перестрою потом, потому что это не очень как-то плохо работает, это как-то все это дело здесь, ну... Визуальное отображение неправильное. Они как-то здесь стоят, вот здесь, и типа вот, вот стал и стоит здесь, да? А на самом деле, а он в этом в будке. Но это из-за того, что это вот вся здесь тема. Так что, друзья, если есть какие-то советы, подсказочки или какие-то, не знаю, напутствия в этой игре, друзья, не стесняйтесь, оставляйте комменты под этим видосиком. Вот. Или если есть, опять же, какие-то вопросы по поводу игры, не стесняйтесь, задавайте, я отвечу на них обязательно. Подскажу, расскажу, или той или иной сфере, что ли, если я буду, конечно, компетентен в этом плане. Вот. Если вам, конечно, понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение на следующих видосиках. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.